Ну вот, мы в ХБ-0, небольшой вокзал, Шан-Вадуц, железнодорожный. Пытаемся встретить Андрюху, РВ-3АХ. Где-то он вроде бы тут в округе гуляет, но мы что-то так и не поняли где. Вот я как раз нахожусь на вокзале. Вот тут автобусики ездят такие желтенькие, интересные. Он там Олега, походу, разговаривает. Температура вообще жаркая. Погода жаркая. Аж руки он печет. Ну, не знаю, порядка 20, может, 27 градусов. Сколько там? 29, наверное. Все. Лихтенштейн Мобил. Местная автобусная компания. Как сказать? Перевозчик людей. Павел Р2Д. А вон и Гарича. Звонился? Андрюхе-то? Нет?